Здравствуйте, дамы и господа, с вами снова Серега, и мы продолжаем играть в Farming Simulator 2015. Хотя я всегда вру. Какой 2015? 15 просто. Так вот, давным-давно не играл. Давным-давно не играл, и, соответственно, ну, я в дальнейшем, в процессе видео, так сказать, расскажу, что было, что случилось, почему не писалось, почему были какие-то проблемы. Но хочу сразу начать с приятного. Начать с приятного, буду хвастаться безбожно, поскольку доволен я до этой самой. В общем, очень сильно доволен. То есть сейчас мы будем писать, у нас будет настройки Very High, 1920 на 1080, 16 на 9. Все по максимуму выставил. Вот эта функция Adaptive Sync, я ее выключил. Дело в том, что не знаю, с чем связано, что это за фигня такая, но при ее включении начинаются подлагивания. Вот я был очень удивлен, но тем не менее подлагивания имеют место быть. Вот. Соответственно, дальше что мы тут? Чувствительность мыши, настройки скинулись, 200 поставим. Ну и хотя нет, пускай будет 150, ладно. То есть, в общем, все, игра у нас, грязь я поставил медленно, зеркало, ну, это после обновления у нас появилось, как это все, можно вообще, например, отключить там, да, ну, я поставил медленно, пускай. Зеркала заднего вида, дорожное движение, все. С этим, в принципе, сохранить, нет, у нас, в принципе, все в порядке. Все, карьера, ну, у меня одна сохраненка наша, которую мы в Бирнхольме делали. Да, и еще по поводу звука, по поводу всего остального. Нашел новый микрофончик, пишу. По качеству записи, опять же, все проверим, посмотрим, как это все будет получаться. Но какой-то он мега чувствительный по настройкам, по всем остальным я смотрел, проверял. Но, блин, он, у меня такое впечатление, что он даже захватывает щелчки моей мышки. Так что, если что-то, знаете, где я буду тыкать. Так вот, что мы здесь сделали? Так, я вот уже все забыл, что у нас здесь происходит. Ну, качество, да, качество у нас сейчас very high, без единого лага, ребята, без единого лага. Ну, это к слову о хвастовстве. Купил я себе все-таки, сподобился, подарок на Новый год сделал. Пошел в магазин и купил себе MSI GeForce GTX 970 Gaming, что-то там, 4G там, ну, в общем, все круто. Отдал за это дикое количество денег, но доволен до жопы, уж простите мой французский, просто доволен. Плюсом есть у меня друг, тоже зовут Серега, кстати, и мы с ним договорились. Он на день, на два, не помню точно, на день, на два раньше меня купил себе такую видеокарточку, точно такую же. И поэтому мы с ним скооперируемся. Он придет ко мне, мы воткнем мне вторую видеокарту, точно такую же 970 в режиме слай. И посмотрим, как это все будет выглядеть. Если это все будет вообще круто, то я иду в магазин и покупаю себе вторую. Будет у меня две в режиме слай работать. И я просто на 5 лет, или не знаю на сколько, в общем, надолго, очень надолго забываю, что такое вообще апгрейд компьютера. Да, и к слову сказать, искал я принципиально, намучился тут. Наверняка кто-то видео смотрит, кто-то даже слушает, наверное, звук, да? Поэтому в одно время я купил себе какие-то две планки G-Max. 4 гигабайта у меня было оперативной памяти, и решил я себе и увеличить. Купил две планки по 4 еще. И они у меня не встали. Мучился я там с таймингами, что-то настраивал, что-то хитрил, что-то там мудил. В общем, ничего не получилось. Они у меня так и не встали. Вот на новой материнской плате. И опять же, спасибо моему другу Сереге. Он приходит и втыкает мне, говорил я, не говорил, ну, где-то видео звучало. То есть я себе воткнул его планку памяти, производитель Corsair с пожизненной гарантией на 8 гигов. Стало у меня в тот момент 12, мне все это круто понравилось, как работает. Просто встало и начало работать, вообще без всякого геморроя. И я для себя решил, хочу Corsair. Поскольку живу я в
славном городе-герое Челябинске, также известном как Танкоград, да, во время войны, в частности. Ну, это не суть. В общем, искал я эти корсаровские планки, у нас тут какие-то индексы, там что-то повысилось, полный аллес, в общем, случился с долларом. Ну, вы в курсе последних событий, да, цены взлетели просто в космос. Народ хватает все, что можно, все разбирают. И во всем городе я нашел, искал планки Корсар, нашел только комплектом. Комплектом из наличия, пожалуйста, бери, не хочу. 4 планки Корсар я себе взял по 8 гигов каждая. Вот такие дела. И поэтому у меня сейчас так уж вышло. Да, стоит немало, кому интересно, 24 тысячи рублей. Комплектик такой стоит. Но тем не менее... Ох ты, извините, это я тут зацепил проводок от наушников. Так, сейчас поправлю. Так вот, сейчас у меня, в общем, 32 гигабайта оперативной памяти, у меня новая видеокарта, у меня, в общем, все круто, ребята. И поэтому, наверняка, вот я здесь башкой кручу, вы уже наблюдаете, да? Что случилось с моей старой... Давайте запустим вот этого товарища. Ага, запустим. Нам сначала надо... Нам сначала надо... Где у меня боец невидимого фронта? Вот это хозяйство мы отцепляем. Ну, я думаю, что вот, смотрите, у меня здесь неубранные поля. Это возвращаясь к игре, да? У меня неубранные поля. Что-то громковато, мне кажется. Настройки. Громкость 20-10. Неубранные поля у меня здесь имеют место быть. Я так полагаю, что видео я, наверное, зря начал снимать. Собственно, показывать-то особо нечего. У меня остался кусочек видео, кусочек серии записанной, там минут 15, наверное. Я его, наверное, встрою, да? Встрою его именно вот после вот такого моего длинного вступления. Ну и, к слову, раз уж пошла такая пьянка, поскольку уж рассказывают, то есть это даже как он своеобразный игра, даже я слово-то не подберу, то есть у нас сейчас сегодняшняя серия получается своеобразный летсплей плюс подкаст, что ли, какой-то, то есть вот таким вот образом. И еще случилось событие, которого я достаточно долго ждал. Опять же, кто смотрит, кто наблюдает, зрители, подписчики, я недавно всем этим начал заниматься. Все делаю сам абсолютно, от последней и распоследней заставки, заканчивая монтажом, рендерингом и всеми остальными делами. Так вот, к слову, увезем это все. Да, я вспоминаю, что я уже возил. Увезем нашу соломку, потом коровков заведем. И это нам все пригодится. Так вот, к чему я рассказываю это все? К тому, что... К чему? Прикиньте, забыл. Так вот, что-то в смысле я сбился. Ах да, ну то есть вот моя старая видеокарточка приказала долго жить. Здесь я, соответственно, прикупил, вы видели сейчас уже, там у меня буквально коротенький огрызок. Я там прикупил сеноуборку, тюковщик вот этот круглый, да, купил вот этот прицеп. И, соответственно, показывать мне вам сейчас больше нечего. Я хотел всех вас, соответственно, попросить... Вот, кстати, вспомнил, о чем я говорил, сейчас продолжим. Так вот, хотел попросить людей, которые, естественно, играли, пока я тут со своими видеокартами мучился, люди уже играли, наверняка там с курсплеем разобрались. Подскажите мне, такому неудачливому фермеру, как можно с помощью курсплея настроить уборку соломы, да, вот этим тюкоподборщиком. У меня что-то не получилось. Это вот кусочек видео я сейчас вставлю, как я там мучился и почему у меня не получилось. И после того, как у меня это не получилось, я закончил снимать видео, закончил там словами, что все, я пошел разбираться, искать, гуглить и прочее, кто где как убирает курсплеем сено, вот это солому, да? И на этом видео завершилось. Ну, как раз заодно сравним качество сравним.
там, потому что видяха у меня уже греться начала, что-то там с охлаждением случилось, моя старая, там подлагивание прям видно. Ну и, соответственно, посмотрим, сравним, как YouTube, естественно, качество испортит, что там, что здесь, насколько. Ну, я думаю, что прям вот вдогонку я сейчас кусочек вставлю того, что было, да, чтобы понятна была хронология событий. Так вот, и про что я говорил, ребята, по поводу своеобразного, так, поворот, по поводу своеобразного у нас серия-подкаст. Так вот, случилось событие, которого я давно ждал. Это, да что-то я как пьяный. Это на канале у меня появилось 200 подписчиков не так давно. Да, это был критерий для новой партнерки. Соответственно, пригласили меня, все хорошо, переключаюсь, сейчас мне всю статистику перекидывают. И, в общем, все круто. Пока я тут пытался доразбираться со своей видеокартой, количество подписчиков уже за 200 перевалило. Поэтому, ребята, спасибо, что смотрите, спасибо, что ждали видео, да, там мне писали там отзывы приятные, что давай ждем, Серега, мы переживаем. Мне было очень приятно их читать. Я, конечно, отвечал как мог, но, в общем, еще раз говорю, спасибо, ребятки, все для вас, все ради вас. Так вот, ну, лукавить не будем, не только ради вас, мне самому нравится то, чем я занимаюсь, в частности, видео пишу тут, монтаж, все дела, все новое, познавательное. Так вот, по поводу игры, возвращаясь к тому, использую я сейчас для записи новую программку, она идет в комплекте с этой видеокартой, называется Shadow Play. Так, одного тюка не хватает, так что тормознем его. Называется Shadow Play, позволяет писать все игры. И знаете, что я вам, ребята, скажу? Я пробовал поиграть в Far Cry 4. Когда поставил видеокарточку. Ну, как говорят, что там сейчас у нас там самое, там графоний, там все дела. Графоний завезли Far Cry 4. Смотрите, на ультрах там все дела. В общем, поставил я настройки ультра все. И вы знаете, что я вам скажу, ребята? Far Cry 4 на ультрах. Это круто. Это круто, ребята. Просто безумство какое-то. Так, мы здесь садили канолу, я смотрю. Давайте продолжим. Михалыча нашего запустим. Давай, Михалыч, езжай. А мы, соответственно, будем... Ой, извини, пожалуйста. Езжай, работать не буду, тебя отвлекать. Так вот, Far Cry 4 на ультра настройках просто бомба. Работает все просто без лагов. Просто 1900 пишется без лагов, ребята. Full HD. Ну, в общем, все круто. Мне все очень понравилось. Так что, давайте, я здесь... Вот в этой серии конкретно я залетел, не глядя, да, тороплюсь снимать видео, тороплюсь выложить, поскольку перерыв был достаточно большой, не помню, что у меня здесь было, поэтому такое вот своеобразное сумбурное видео. Я сейчас вставлю кусочек, вот прямо сейчас вот с вами договорю, вставлю кусочек того видео, которое я снимал на старой видеокарте, да, и заодно потом мне самому будет интересно посмотреть, насколько будет отличаться качество, насколько будет отличаться вообще все. Звук, качество, насколько YouTube портит это качество. Ну, то есть, вообще все эти вещи. Есть ли разница между фрапсом, на который я снимал, и вот этим Shadow Play. Ну, блин, мне вот эта видеокарточка, ее приложение, все ее там настройки. Подсветка, ребята, закачаешься просто. Я вот смотрю, я даже крышку компьютера закрывать не стал. Вот я сейчас, к слову, давайте посмотрю. Вот я сейчас, к слову, играю, да? У меня даже вентилятор не крутится на видеокарте. Ей вообще пофигу. То есть просто ей пофигу. Она работает как надо. На Far Cry 4, понятно, я загружал ее там графонием, понятно, там начинает крутиться, но... Ну вот фарминг симулятор вообще идет абсолютно, даже не греется там. Что-то там порядка там 35-40 градусов у меня там настройка показывает. То есть все хорошо. Плюс мои 8,
8 процессоров. В общем, все неплохо, ребята. Так что еще раз, давайте, ребятки, всем спасибо, что ждали. Я сегодня обязательно поработаю над заставочками, но эти видео выйдут позже. То есть я сейчас прям вот прям бегу рендерить это все дело, монтировать, эту серию выложу, выкладу. Ну, не суть важно. В общем, я это все дело выложу. Смотрите, знайте, что все круто. И видео, естественно, возобновятся. Все будет, в общем, классно. У нас плюсом уже скоро корячится GTA 5 еще на ПК, да. Поэтому буду разбираться там с предзаказами, там что можно сделать, как заказать. На PlayStation 3 у меня есть, конечно, я себе купил, но не вставляет меня что-то. Вот консоли, как-то руки у меня под это дело не заточены. И как-то мне не совсем это удобно и интересно. Но вот на компьютере я играю с удовольствием. Так что, давайте, ребята, еще раз все, всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто ждал. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, комментарии ваши я все читаю, даже те, где пишут, что я засранец, там и вообще редиска, поэтому читаю, смотрю, сижу, улыбаюсь сам про себя, да. В общем, кто не подписан, подписывайтесь. Кто подписан, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. И я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. И кусочек видео, которое я обещал. Все. Всем пока. Здравствуйте, дамы и господа. С вами Серега. Мы продолжаем играть в Farming Simulator 2015. Сегодня мы побегаем, попрыгаем. И у нас как раз там, насколько мне помнится, ячмень вырос. Ячмень. Будем его собирать, будем его убирать. Так, так. Что-то как-то у меня то ли подлагивает, то ли что, я не пойму, что случилось-то у меня. Что произошло? Что-то произошло. Ну да ладно, по ходу дела разберемся. Итак, у нас с вами здесь ячмень. И в планах на сегодня, в планах. Так, мы с вами включаем в кл отделение соломы. Сегодня мы с вами попробуем поубирать это все дело. Так, ты нормально убираешь? Нет, не нормально. Сейчас он сыпанет не туда, куда мне надо. Поехали. Поехал, Михалыч. Давай. Отлично, соломка сыпется. Так, теперь у нас с вами... У нас с вами... Вот этот товарищ. Поехал. Вот этот товарищ у нас с вами... Чистенько, все намытое. Красота. Вот этот товарищ будет возить ячмень. Возить ячмень. Где мы? Запустить по маршруту. Комбайн. Отлично. Ищу комбайн для работы. Жду заполнения бункера. Все хорошо. Так, удобрялка. Этот у нас возит, продает. Да? И я думаю, мы с вами сделаем следующую штуку. А вот это мы пока что бросаем. И мы едем за покупками. Мы едем за покупками. Покупки у нас будут достаточно простые. Покупаем тюкосборщик. Покупаем тюкосборщик. И покупаем, соответственно, штуку, которая собирает эти тюки. Тюкоподборщик. Ну и, соответственно, попробуем соломку убирать с помощью курсплея. Как-то этот процесс надо будет автоматизировать. Так. Смотрим. Смотрим, смотрим. Техника для тюковки. И у нас с вами прицепы. Прицепы у нас бывают либо за 45, либо за 24. Либо за 45, либо за 24... Ну, сюда больше влазит. Ровно два раза. 48. 45.
Так, что же купить? Ну, давайте купим мы с вами, который круглые тюки делает. Как-то он мне больше нравится. Так, купили. И, соответственно, нам нужно денег. Денег нам нужно порядка 99 тысяч хватит нам вполне. И покупаем технику для тюковки. Вот такую штуку берем. Прекрасно. New Holland. Так, погнали. Какое небо голубое. Красота. У меня, так полагаю, скоро будет вообще все чудесно. Сейчас вот имеет место быть. Все-таки не оставляет меня желание писать в 1900. Но не всегда это удается. Моя видеокарточка говорит, я не хочу. На что я ей ответил, и не надо. И собрался я покупать все-таки 970 GTX. Так. Опускаем, раскладываем. Включаем. Давайте мы с вами сначала вот здесь вот это вот барахло уберем. Есть. И дальше у нас с вами... Так, а где у нас курс плей-то? Левый Ctrl, Del. Ты не воткнись меня. Левый Ctrl, Del. Так, у нас с вами посредник, комбайн, удобрение посевта, полевые работы, перевозка работы, полевые работы. Полевые работы, смещение центра, вперед-назад, копировать, поиск точек. Кстати, по поводу поиска точек, мне тут один из зрителей и подписчиков отписался, да, что это, ну, что это не поиск точек, это возможность, вернее, разрешение заезжать, либо не заезжать на выросшие... Ну, то есть, вот видите, он едет, и... То есть, он стоял, ждал, да? И сейчас он поехал... Вот наш Рудольф поехал к Михалычу только тогда, когда... Ну, соответственно, комбайн развернулся, и шнек находится над убранным полем. То есть, вот эта штука как раз-таки должна переключать. Дальше. Маневры в пути... По настройкам скоростной давайте везде поставим 30, поскольку на 30 вроде бы не мотает. Дальше показать границы полей, выбрать поле первое, второе. Так, нет. По полям. Что-то я уже забыл, куда что тыкать. Выбрать поле. Поле номер один. Соответственно, мы выбираем. Давайте выберем 24-е наше поле. 24-е. Вот это поле есть. Рабочая ширина. Не знаю. Старт в угол. Север-юг, запад. Северо-запад. Направление на запад. На всякий случай поставим на запад. Я сказал юг-восток. Север-юг, запад. А, на восток, все правильно. Возврат на старт нет, обработка краев. Так. И выбрать поле
Выбрать поле это не надо. Прокладываем. Прокладываем маршрут и попробуем запустить по маршруту. Так, алло. Мужчина. Мужчина, вы куда? Прервать маршрут. Так. И как же мне собрать это все? Как же мне это все собрать? Способ запуска с ближайшей точки. Здесь ничего, здесь маневры только у нас. Здесь у нас поиск точек. Только на дороге, пауза, показать инфо на карте, режим отладки. Смещение центра, здесь у нас рабочая ширина. Ну, я не знаю. Давайте 2 метра поставим. Возврат, обработка краев. Выбрать поле. Сброс маршрута. Так что ли? Что-то я не понимаю. Поехали. Собираешь? Молодец. Молодец. Погнали. И чё? Ага, 24-е поле. Ну и у нас он ездит эти самые злополучные 2 метра, да? Злополучные 2 метра. А 2 метра нам не надо. Нам надо с вами тогда поставить... Так, прервать маршрут. Нам надо с вами поставить тогда... тогда нам надо поставить по ширине сжатки у комбайна. Если я правильно понимаю. Так, смотрим. 10,5 метров. Сжатка у нас 10,5 метров. Окей. Так, поле. Выбрать поле. Поле 25. Вот как выбрать текущее поле? Я не знаю, какое оно. Почему у нас там он? Вот. Поле номер 29. Окей. Пересчитываем. И погнали. Не понимаю. Не понимаю. Ладно, ребятки, сейчас я буду тогда разбираться. Потому что мысли у меня закончились на эту тему. Поэтому как только свежие мысли появятся, я сразу же продолжу запись. Так, у нас там уборка идет, все хорошо. Как только я разберусь, что у нас здесь происходит, соответственно, сразу продолжу. И будем записывать дальше маршрутик для... курсплея для уборки, соответственно, вот этой всей соломы. Ну, собственно, давайте